Приветствую. Любители сада-огорода, вероятнее всего, знают, что это. Ну, а если вы впервые на моем канале, я вам скажу. Это георгинки, веселые ребята, черенки. Здесь у меня тоже черенки, но я их недавно установила, поэтому сегодня не буду их сажать. А те, что черенковала раньше, конечно, посажу. Черенки я брала у этих георгинок. Можете посмотреть фильм, как я их устанавливала на проращивание. Это тоже георгинки, веселые ребята. Осенью я выкопала клубеньки, установила. У меня все записано в видео. И сейчас покажу, где я буду сажать этих красавиц. В прошлом году, вот именно здесь, в начале цветника, я посадила кусты георгинок, и они смотрелись превосходно. Тоже есть фильм, есть желание, загляните. И вот теперь здесь надо освободить все от чистяка весеннего, убрать это в компостную яму и посадить георгины. И покажу, как буду сажать и как выглядят клубеньки, которые дали замечательные ростки. Вид этого участка пока неприглядный. Надо все убрать. И если вы смотрите фильмы, у меня есть шишки. Так вот, хорошие шишки я оставляю. А те шишки, которые начали уже терять внешний вид и терять свои чешуйки, я удаляю с участка. Мне не нужно, чтобы грунт становился кислым. То есть эти шишки играют роль до поры до времени. Потом я их просто удаляю. Лунка готова. Посмотрите, как замечательно они смотрятся. Видите? Они уже готовы к посадке. Тут хорошая корневая система. Можно целиком посадить. Можно разделить. Как хотите, я посажу целиком. Видите, что корни замечательные, ростков много, и здесь кокосовый субстрат. Теперь только обсыпать грунтом, который я отсюда убрала. Убирала я в емкость, чтобы не портить себе здесь участочек. Это корешки чистяка весеннего. Пусть остаются. На следующий год весной они также будут красиво тут смотреться. Будет большой куст. Можно было разделить на три куста. Но не хочу загромождать весь свой участок только георгинками. Теперь надо полить хорошо. Поливаю водой из прудика. Полезная вода. Если интересно, можете посмотреть, что за прудик у нас. Дала достаточно влаги. И сейчас буду обкладывать шишками. И посмотрите, как будет красиво смотреться этот участочек. Шишки вообще замечательно украшают. И, как я сказала, шишки надо вовремя убирать. Все старые надо вынести с участка. С осени хорошие шишки я собираю и убираю с открытого места. Все. Согласитесь, что шишки красиво украшают участочек. И совсем не видно, что я только что посадила. Кажется, что все это уже росло. Покажу, как выросли черенки, есть ли у них корешки. И тоже найду им местечко. Нашла я затененное местечко, поэтому буду сажать именно здесь. Ну а теперь смотрю и вам показываю, как выглядят корешки. Делаем перевалочку. Даже боюсь, они такие нежные. Корешки есть. Вот если увидите, вот они беленькие. И сажаю. И опять установить мои любимые шишки. Вот он, этот участочек. Сейчас обложу шишками. Принесу свеженькие. Теперь, после того, как обложила шишками
пролить это место, чтобы грунт улегся. И если смотрите мои фильмы, то, возможно, узнали этот участок. И здесь у меня посаженная газония. Я ее совсем недавно купила, позавчера. А вот тут роза итальяночка. И тут красивые нарциссы, посаженные в декабре. В этом фильме я показала, что можно черенковать, если клубни хорошо проросли и дали замечательные ростки. Эти ростки тоже легко укореняются. А можно посадить и семенами, чтобы не мучиться. Но мне нравится результат посадки клубнями.